Учимся водить автомобиль. В среду на площадке госавтоинспекции прошел образовательный игровой урок для старшеклассников. Как это было и какая основная цель мероприятия, расскажем прямо сейчас. Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на категорию Б можно с 16 лет, но получить удостоверение водителя в случае положительного прохождения обучения можно только после достижения совершеннолетия. Вот и выпускники школ пришли на образовательный игровой урок «Учимся водить автомобиль», чтобы поближе познакомиться с образовательным процессом. Специалисты провели для ребят викторину. Вопросы, конечно, только по дорожной тематике. Дети активно на них отвечали и демонстрировали свои знания. Это одно из мероприятий, которое повышает уровень подготовки ребят по знанию правил дорожного движения, что положительно сказывается на самом, на безопасности дорожного движения. Ну и данные мероприятия помогают ребятам определиться в своей профессиональной направленности. То есть оно проводится совместно с учениками старших классов средних школ города. И ребята старших классов уже определяют, куда они пойдут. Ну а главное, что проведение подобных мероприятий служит фундаментом для подготовки ребенка к дальнейшей жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру безопасного поведения на улицах. Ребята могут также себя почувствовать в роли кандидата в водителя. Они могут вместе с мастером по вождению даже сесть за руль и приобрести некоторые навыки вождения автомобилем. Что и было сделано. Ребята прокатились на легковом авто вместе с инструктором. В завершении школьникам показали разную технику, которой можно научиться управлять. Это не только легковые автомобили, но и маршрутки, экскаваторы, МАЗы и другой транспорт.